Медаль ордена за заслуги перед Чувашией вручили Анне Арсеевой, известному в республике человеку, многие годы возглавлявшей Чебоксарский мясокомбинат. Сегодня мало кто может догадаться, что Анна Кузьминична в Чувашии приезжая. В 1958 году попала по распределению, да так и прижилась. Ни разу за это время не подумала не только об отъезде, даже о смене места работы. Чебоксарский мясокомбинат стал делом всей жизни. Анна Арсеева вложила в него все свои знания и силы. И каково же было видеть, как в постперестроечные годы один из флагманов республиканской переобрабатывающей промышленности едва не пошел ко дну. Сегодня завод возрождается, и Анна Кузьминична болеет за него всей душой. И не только за мясокомбинат, за всю отрасль в целом. Она не понаслышке знает, какой потенциал у местных сельхозтоваропроизводителей и переработчиков.